Всем привет! Сегодня узнаем, как перекинуть библиотеку Calibre с одного компьютера на другой. Так, это библиотека на старом компьютере. Мы, соответственно, заходим в папку или в раздел Calibre. Здесь выбираем экспорт и сохраняем данные на флешку. Флешка у нас уже есть. Собственно, вот она. Но тут есть такой момент, что когда мы так сделаем, он напишет, что значит, не получается. Что нужно сделать? Нужно зайти на флешку и здесь сделать папку. Казалось бы, да, какая-то ерунда. Ну, так оно и есть, ерунда, но тем не менее. Итак, мы сделали папочку и теперь возвращаемся обратно в программу. Нажимаем сохранить, выбираем эту папку, она пустая. Пошел экспорт. Это занимает некоторое время, хотя, в общем, у меня маленькая библиотека. Ну вот, и первый этап, в общем, завершен, то есть мы перекинули данные на флешку, и сейчас перейдем на второй компьютер, куда мы перенесем нашу библиотеку. Так, ну что ж, вот мы перешли на новый компьютер, здесь у нас включили флешку, здесь у нас, собственно, чистый калибр с одной книжкой, краткое руководство. Теперь переходим в ту же вкладку и пытаемся, соответственно, импортировать. Так, выбираем папку. Так, если мы правильно помним, у нас все на флешке. Так. Так, импорт данных, что будут импортированы все библиотеки, т.д. Да. Теперь он просит выбрать папку, где будет, собственно, происходить хранение. То есть эти данные, которые сейчас на флешке, будут перенесены в новую папку. И, соответственно, нужно выбрать. Ну, давайте попробуем эту. Нет, она так не пойдет. Значит, нужно тогда вернуться к нам в проводник. Вернуться в пользователи и там выбрать место, где мы будем все это хранить. Ну, вот здесь вот есть вот эта библиотека Calibre, старая, да, которая содержит всего лишь одну книжку, вот эту, руководство, да. Давайте сделаем так. Также назовем, как на флешке. Так, соответственно, нам это больше не нужно. Выбираем теперь эту папку, которая называется Calibre Save. Так, и окей. Пошел импорт. Тоже занимает некоторое время, хотя книжек не так много. Так, происходит перезагрузка. Ну и все. То есть мы сначала данные экспортировали на старом компьютере на флешку, потом с флешки импортировали их на компьютер. Спасибо, с вами был профессор Быков. До новых встреч, ставьте лайки, подписывайтесь.